Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует спортивный магазин «Велавива», который располагается в Киеве по адресу бульвар Перова, 24. Ваше внимание на обозрение сегодня предоставляется горный велосипед торговой марки «Бергамон». Модель называется «Ревокс 3.0» 2018 года. Модель данная предоставляется производителем в двух цветах. Данный цвет чайн, как они его характеризуют, синий, и также черного цвета есть такие велосипеды «Ревокс 3.0». Модели выпускаются с размером колеса 27 дюймов, как данная модель. Также есть велосипеды с размером колеса 29 дюймов. Под разный рост, разный размер колеса, разные рамы. Это уже выбирайте сами. Но при обозрении данной модели стоит сперва сказать следующее. Хороший, легкий алюминиевый велосипед, у которого ходовая система стандартно горного велосипеда 3 на 8 и тормозная система гидравлическая. Это класс велосипеда уже хороший. Ну, более детальное описание следующее. Мы видим, как здесь хорошие покрышки, у которых центральная часть идет непрерывная. Боковые части шипы будут хорошо держать по пересеченной местности. Эти покрышки универсальные. И город, и бездорожье. Колесо переднее с легкосъемным эксцентриком, легко можно снять, поставить колесо, транспортировать данный велосипед легко. Тормозная система от компании Shimano, гидравлика. Гидравлическая система — это надежная, комфортная опция при езде на велосипеде. Вилка идет от компании Santur, ход у которой 70 мм. Это невысокий уровень, но зато достаточно комфортно отрабатывать будет на городской и пересеченной езде. Это все-таки не профессиональный велосипед, а любительский. Велосипед идет рулевая с полуинтегрированными подшипниками. Такая мощная здесь, хорошая, надежная рулевая. Вынос руля идет облегченный, как мы видим. Эта легкость дает меньше вес велосипеда. Руль анатомический, по центру толстый, по бокам сужается. Это опять же говорит об облегченности самого узла. Тормозная система и переключение совмещены в монетке. Это уже моноблок называется, от компании Shimano, как мы видим. Справа тормоз и переключатель на 8, слева тормоз и переключатель на 3 переключения. Тормозная система гидравлическая, повторюсь, идет Bowden черного цвета. Но шатуны здесь от компании Shimano, как мы видим, не имеющие защиты. Пластиковой защиты здесь нет, да и не нужно. Горный велосипед рассчитан на активную езду с спортивной хорошей амуницией. Соотношение зубьев 22-32-42. Стандарт горного велосипеда. Верхняя подводка переднего переключателя от компании Shimano Tourne. Сзади стоит переключатель Altus. Это хороший переключатель на 8 передач. Он рассчитан 7-8 переключение. Нормальный, хороший узел. Сзади кассета стоит HG 200. Да, HG 200 на 8 скоростей. Спицы из нержавеющей стали. И ниппель здесь не автомобильный, а французский. Под тонкий ниппель. Велосипед комплектуется педалями пластиковыми. Стандарт горного велосипеда. Велосипед вообще экономит на педалях и на сидушках. Данная сидушка стандарта горного велосипеда, ну, немного жестковатая, но зато на длительных расстояниях легче. У велосипеда есть дополнительное отверстие, как мы видим, одно. И сзади, возле колеса, крепление второе. Это позволяет велосипеду комплектовать. На велосипед можно поставить багажник, тем самым велосипед будет уже туристический, дорожный. Если вас заинтересовал данный велосипед, готовы всегда с вами сотрудничать, приходите.